Вот наша улица Гужева. Вот недавно здесь чистили. Вот это чистили недавно. Мэр там посмотрит вместе с Месеевым Олегом, что они сюда притаскивают, что они тащат. 21 век. Таскаем уголь, таскаем все. И вот они, все виновники. Вот они. Все таскают сюда. Где наш мэр? Ну, новый. За кого он будет сейчас? Когда он будет собираться это все ликвидировать? Зато Месевра у нас не может выделить средств, чтобы купить технику и ее чистить. ЗРСУ деньги поснимали. Они так не успевают. И вот так вот мы живем. Когда будут меры приниматься? Когда сюда привезут Месевру, и пусть он, или с метлой, или там как, со своими рабочими, как-то за этим делом смотрит. А мы хотим здесь клумбы поставить, цветочки развести, чтобы улица выглядела хорошо. Какие цветочки? Какие цветочки вот здесь? Вот здесь. Есть мысль приехать сюда с нашими депутатами, и пусть зайдут в гости через двор и пройти по тротуару. А то они, по всей видимости, проезжают здесь с закрытыми глазами.